задачу, которую мы с вами вместе поставили, чтобы юбилейный развивался, она выполнима. В Политехническом университете общественники, молодые дизайнеры и жители юбилейного. В зале вуза встреча с депутатом Госдумы. Николай Панков обсуждает с горожанами проект будущего парка в поселке. О нем не раз просили саратовцы. На ней мы расположили зону воркаута, волейбола, стритбола и скейт-площадку с бетона. Зоны отдыха в микрорайоне пока нет. И это неправильно, считает парламентарий. Николай Панков помог найти финансирование. Работы должны начаться в следующем году. Сейчас же специалисты занимаются проектом и землей. Участок удалось увеличить. Часть территории была отдана. Таким образом, парк всего лишь 1 гектар нам остался. И жители правильно ставили вопрос, что это мало. И он вытянутый и узконаправленный. Поэтому, коллеги, сегодня мы пришли к такому мнению, что парк, вот выслушайте, кто был и кто присутствует, для жителей поселка юбилейный будет смещен в площадке. То есть парк будет у поликлиники в этом карте и сегменте. И таким образом мы с вами смогли отстоять площадь парка 4 гектара. Пока мы собираемся, там построить вот о чем. Дома. Место для будущей зоны отдыха выбрали сами жители. По их словам, огромная заброшенная территория расположена между улицами Муленкова и Усть-Курдюмским шоссе. Ее и нужно привести в порядок. Тем более, там проходит маршрут школьников. Детям приходится идти на уроки через пустырь. Правда, местные бизнесмены хотели по-другому использовать землю и даже начали здесь стройку. Ее уже остановили, а землю вернут городу. Одна из границ, прилегающих к дому 25, планируют здесь также второй проезд во двор этого дома, так как у нас сейчас один пожарный выезд, вот, что не соответствует нормативу, и хотелось бы второй выезд получить. Коли мы тут ведем речь о планировке района. Помимо пожарного проезда, о котором просили жители, появится в микрорайоне еще один детский сад. О нем рассказал Николай Панков. По словам депутата Государственной Думы, в поселке не хватает дошкольных учреждений, а новое здание поможет решить проблему с очередью в детсады. Роман Базан, Олег Буланов, Саратов, 24.